В интернет попало видео страшной аварии во Владивостоке. Там мотоцикл с двумя людьми на полной скорости врезался во внедорожник. Этот момент успели запечатлеть камеры наблюдения на перекрестке улиц 1 Морская и Пасиецкая. На кадрах хорошо видно, как Nissan Patrol проезжает через перекресток, а сбоку вылетает мотоцикл Honda с двумя молодыми людьми. На большой скорости таранит внедорожник. Все произошло буквально за считанные секунды. Опа, мотоциклисты погибли, от удара водителя и пассажира выбросило на дорогу. По предварительной информации, молодые люди были пьяны.